А перед началом данного видео я бы хотел поприветствовать нового спонсора. Кенни, добро пожаловать. Если вы также хотите оформить спонсорскую подписку, то бегом в описании. Теперь она обновилась, там есть теперь 3 разных уровня. У каждого уровня есть свои индивидуальные бонусы. Бегом в описание, смотрите обновление. Хорошего просмотра. Опа. Это видео было снято на проекте Юрф.им на сервере Вторая мировая. Если ты хочешь окунуться во времена Второй мировой войны, то тебе именно сюда. Ссылка на подключение и IP будет в описании, а также там есть промокод специально для моих зрителей. Хорошего просмотра. Я с дверьми запутал. Эй. А, тогда проходи. Дебилы меня заперли. Дебилы меня заперли. Ты чё делаешь? Ты чё? Слышь? Не, убиваю, убиваю этих двоих. Мы против этого дерьма. Давай, давай, стреляй в него, стреляй в него. Да, 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 правильно, хорошо направил на него. Вот на него я это. Ух, нихера тут пистолеты. Давно пора оттуда уйти. Дайте еще пистолеты. Что? Я тоже хочу пистолет. Там что, реально? А мне? Ничего себе! Мне понравилось. Спасибо, пиши мне в инстаграме. Я тоже хотел бы подписать. Тебе тоже дай? Давай. Мне нравится такое. Я сорвал. Там тут жопу твой забрал, иди его бей. А, ну. Где вы? На, дай тут. Я вот тебя лучом красным свищу. Блядь. Ага, давай, давай. Только осторожно. Ах ты. Всё, слушай, они рядом ходят. Ой! Так, опусти газету, опусти газету. Вот это вы написали. Это газета тебе. Газета тебе. Закрой дверь. Обидно, как бы, оскорблять людей. Короче, надо его убить и пойдем воевать с не знаю с кем. Я могу на счет 3 просто все это убрать. Потом сейчас перезаряжается. А. А че, да мы так без этого можем убить его. Ага, поговори там, мертвый. Лапу. Где я? А. Дебил! Я хотел Лёху. У меня же оружие было. А, так это Лёха был подали? А, да. Кидаем ему быстренько. Неинтересно. Посмотри под мыху, мы все выбрали. Вот, все выбрито. Смотри, все выбрито, видишь? А ты покажи. Блядь, дебил! Охереть! Бежим, бежим! Бежали, да? Мы тебя спасли, беги! Восстание, восстание! Подождите, подождите, у меня просьба. Стойте, стойте. Тут это, я видел одного человека, который... Ты убил его? Да-да-да, дальше, дальше, дальше. Ой. Пацаны, восстание, за нами, за нами! Сейчас карта вроде убежала. Есть карта. Ну с котенком мы точно убежим. Здорово, пацаны, а есть пожрать? Будет, почему? Пожрахать. Нету, нету, нету. Как? Ничего нету. А надо поесть, нам. Нам поесть надо. Нам вообще похуй, съедите. Нам тоже. Да, блять, 0 еды 20. Убьем их? А, съебался нахуй отсюда. Убьем их? Убьем их. Матери сдохли. Нас бегут парни. Убегаем, убегаем, убегаем. Это тот, с которого я стрелял. Значит, надо убивать, да? Что мы делаем? Нарушаем, пишет. Нарушаем? Нарушили уже давно. Да она не так важна тут. Я не сын. Где еда, ты знаешь? Какой сын? Я сын. Да я не твой сын. Сука. Не твой сын. Там, блядь? Ну это, он мой сын. Пошел нахер. Давай иду. Давай, иду. Давай иду и уходи. Не, давай иду и уходи. Я одежду я одежду свою. Я сейчас не шучу. Давай всю одежду. Давай всю одежду. Он мне пистолет дал.
А мне можешь сюда? Не можешь сюда? А, ну тогда всем давай. Тогда всем давай, да. Ржайный барон. Есть? Есть. Поесть, есть? Ну это я. Нет. Да, вот есть, ему нравится. Степан, мне нравится ваш отряд. А мне не нравится ваш отряд. Ваш отряд гав. Лёха, вот тебя. Пистолет есть. Надо отхуярить. Давай, давай. Лёха, тебе стрелять. Пошли. Кто-то нет. Нет, мы не хотим вступить. На свой отряд. На свой отряд. Ну, в своем давай. Пистолет. Да ямба. Ух ты. Ну-ка не воруй, я тоже хочу взять пистолет. Держать. Прочь от меня. Ну-ка уйди отсюда. Жестко. Да, это жестко. Хай. Мы свои, свои. Мы свои. Хай, хай. Это реально. Реально работает. Ганс, посмотри на него. Чё, держи, держи винтовку. Хай-хай. Да, уходи отсюда. Мы не поедем в Италию. Берем, берем, пацаны. Я не взял. Спасибо. Кто мне там уходи сказал? Я не тебе говорю, я вот этому говорю. Берите, берите, пацаны. Вот этот вот, не с нами, бегает за нами. Если я этого человека к себе возьму, да, думаю, никто не против. Да, забирай его. Это мне говорят, Ефим, ты. Нет, нет, ты. Спасибо. Ты, вот ты хорошо, не уверен, не уверен. Пойдем со мной, дядя, мы повеселимся. Я не пойду, вот тот идет, как вот этот, в красном, он с тобой идет. Это он, да, сказал, вот он да, с тобой да, идет, да, он хотел с кем-то пойти, он ко всем ходит, вот. Во, давайте без оружия, пацаны. Он сказал, он не с вами. Не, мне нужен ты сладенький. Сладенький, идем. Я его сейчас. Можно его ебать? Он идет, нет, нет, нам нет, нас нельзя, нам вот это вот, вот убей, с тяпкой. Тяпкой. Давайте отбежим просто, вот сюда, в этот переулок, забегайте. Вы куда уходите, а? Блять, я сейчас кого-нибудь ем. Откуда столько врагов? Заходим к мафии, заходим к мафии. Кто заходит, можем убивать. Так он тоже из мафии. Все, все, все. Красный надо ебать. Давайте. Жестко, жестко. Так, и кто из вас по мне попал? Мы тихо. Все вместе попали. Ты ему помогал? Эй, гангстер, закажи нам завтра столик троих в местном кафе. Быстренько. Смотайся, смотайся. Я могу и кое-что другое вам заказать. Это... Закажу. Мы тебе гроб себе закажи лучше. У меня есть волшебная тряпка, знаете, у меня есть волшебная тряпка для вас. У тебя волшебная тряпка есть? Помой лучше у нас, кахату сейчас купим. Мы тебя вытомим. Напряженная, как напряженная. Мы сейчас прям тут устроим войну, прям посреди города. Тихо, Лёх, меня не попади. Лёха, и ты попал в меня по сути. Пацаны, уберите оружие. Все, все, все. Опа. Красиво. Вот это выстрел, мастер. Вася, здорово, Вася, здорово. Как оно? Ну кто такой? В смысле, братан твой? Да, ну ты мой двоюродный брат, ты мой двоюродный брат. Алло. Я вас перед жизнью вижу, вы че? Разлученный двоюродный брат. Братан, дай несу, дай еды нам. Дай нам покушать. Хотите, что хотите? Еды. Еще есть. Так, еще мне можно? Еще не наелся, я не наелся. Я все жрали. Леха, ты все взял, да? Леха все съел. Я по одной штуке взял. Арбуз мой. Все. Да вы все сожрали, у вас 100% наверное, и он жрет до сих пор. Да-да. Похоже, вот так хлебушек кинули в воду и все накинули. Это мы. Да, мы рыбы. Да, мы рыбы. Они привитые, мне просто страшно. Они... Я привит еще в детстве, ты что? Павел, я тебя съем! Я залез на танк. Можно поуправлять танк? Можно поуправлять танк. Я поехал. Ребят, я поехал. Я уехал. Зашибись, пацаны. Никого не забыли, а как стрелять? Ебать! Тут стрельба по мне! Пацаны, я свой! Я на дуле сижу!
Я сижу на дуле просто, бабло. Мы просто вперед едем. Пацаны, куда? Мы горим! Мы горим! Вы чё, гоните? Мы же сейчас умрем! Все в порядке было бы. Блять, все оружие просрал. Жесть, да, кстати, надо пистолетики. Есть пистолетики? Он на меня на... Не кричи так. Давайте разгоняться! Да йоу, разгоняйся. Ребят, я под землей, я под танком. Ребята, подвиньтесь, под танком человека задавили. Подвинься, вперед. Сейчас я подъеду. Да нет, ты не поверишь, я под землей вообще, как бы, внизу. Я тут... О, он вылез, он вылез! Что, меня не видно, да? Охереть, у меня гранату. Ну-ка, не кидай гранату в своих. Ты чё? Я в танке. Я тоже в танке. Текстура в танке. Ты просто бежишь в танке. Я остановлюсь. Нашего друга убили! А чё, кто стреляет? Кто-то в другом? А, это другой кто-то стреляет. Ладно, я готов отдать танк. Вылези из дула. Вылези из дула. Ты сел? Блядь. Ты сел, вылез. А меня за что? На Берлин! Сверху справа, сверху справа есть. Всё, найс. Хорошо! Чмошника на поваре. Вон, вон, на горе, на горе, на горе. На горе, справа. Хорош! Вон снизу еще под горой, на горе. Ребят, на Берлин! Ты внутри, надеюсь, тебе могут стрелять? Я на танке, блин. Заёлки. Мы едем! Черт, нельзя давить, поехали. Ты куда? На деревья едешь, по дороге едешь. Я тут по дороге. О, по нам стрел, на нам стрел. Еду, еду. Черт, по мне не стреляйте, я не в машине, я так. Для красоты. Это танк фашистский, говно какое-то. Так, пацаны, я слезу с танком. Все, давай, пока. Как нас тащит-то? Он... Ощущение, что нам сломали что-то. Как будто дебилы, да? Блядь, поворачивают. Да, видимо, нас стреляют. Дебилы, да, какие-то? Дебилы какие-то. Да, блядь! Только танк удар выпал. Выигрались. Помоги мне, что за ворота свои открывают? Выстрелите в меня один разок, пожалуйста, выстрели в меня. Вот это сзади... Ух! Сань, мы войну развязали. Чё, пацаны, вам пистолеты как бы? Давай, да. Давай, как обычно. Начнём сначала, как бы. Где кто взяли, не берите, блин, пожалуйста. Всё, я взял. Это винтовки. А шо, так, у меня все это есть. Можно еще один пистолет? Не махайте, а то вы будете... Да тут же как бы надо. О, там махать. Тачка. Пойдемте тачку. Ага. Машины больше нет, она взорвалась. Реально, в Battlefield, походу. Давайте отсюда стреляем. А сверху что? Кто это? Пацаны, я свой. Это какие-то Унервартери. Шутцы, свидетели. Ты уверен? На 100% уверен. Да. Я готов стрелять. А я нет. Стреляй! Ну что меня-то? Ну что? Как он не умер? Меня убил просто первый, за что? Блять, это немец был под прикрытием. Ну? О, привет, нам пистолеты и оружие, в общем. Оружие, в общем. Знаете, мне кажется, что вы недолго живете в этом мире. В смысле, мы только приехали. Мы только приехали в город. Так, я взял. Да я случайно беру еще много, я застрял. Тут все такие камни, сразу подыхают. О, вот это получше. Закрывайте входную дверь. Я не хочу умирать, ребята. Входная? Нет, я не пойду туда больше. Мне того хочется убить, белая смерть. Мину поставьте. Ты не пошло, видимо. Так, я не хочу умирать. Пускай этот оружейный барон. Ха-ха, умер. Так, я тоже хочу. Я не стреляю. Давай выживем. Все, он умер. А, все, да, вот теперь он умер. Ты урод, блядь. Белая смерть. Только две людей. Видите, это кто стреляет? Нас стреляет. Ёмать вас там! Давай, мы с тобой сможем выжить! Давай, иди отсюда в защиту! Что происходит вообще? Да... Да ты предупредил вас! Сбил! У нас тут... Так, третий раз я мешал. Ты где бежишь уже? Там есть! Бежим! А, мне еще надо бежать до него, да. Ты предупреждай, пожалуйста, а то они какие-то злые. Парни, я под лестницей живу. Я под лестницей закрылся.
шанс мы 5 на 5. У вас там что-то хотят от вас. Заходит. Два человека. Третий идет. Хай-хай. Тихо, Лёк, сиди. Павел. Здравствуйте. Там тебе ищут, я тебе говорю. Отойди. Вот я совершенно не знаю, кто стрелял. Здравствуйте. Я тут живу. Кто тут ловится? Вот я не знаю, кто... Лёха, разубили. Лёха, готовься. Заходит. Я тут Гарри Поттер, выходите! Ебать! Тут поздно, выход! Гранаты кидает! Тут третий рейх, за стеной! Так все нормально. Да закройте дверь! Слышите, он... Так там ходят, а немцы! Ух ты! Здравствуйте! Проверочка! Здравствуйте! Ух ты, а что у вас тут такое веселое, а? Здрасте, мы с проверки. У нас с Москвы прислали сюда. Кто у вас тут главный? Что вы тут сделали на военной базе, а? Кто главный, я говорю? Эй! Кто тут главный? Мы с Москвы приехали. Нас сюда с Москвы прислали. Сказали проверить. Давайте. Что? Оплата почитала. Вижу, что деревенский. Ты видел себя вообще? Да охуел. Слышь, ты знаешь, если ты меня убьешь, тебя вообще... Город большой. Город большой. 3000 человек, если ты... 3 человека, это не город еще. Что вы тут с базой сделали? Арестовать их. Ножи свои убрали, эй. Мы вообще-то это, по приказу Сталина, если что. Не знаю. Не знаешь его? На губу пойдешь, понял? Под расстрел. Нет, не пойду. Меня убили. Ну твой один улетел. Пока я смел. А ты сейчас сам улетишь, понял? Ну посмотрим, а чё ты, блядь, охуел. Вот сейчас и все. Они начали стрелиться, чтобы стреляться. Спасибо за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни один из моих следующих роликов. Оставляйте комментарии. Самый лучший из них попадет в следующее видео.